ЧП в центре города в районе остановки «Публичная библиотека». Оборвался высоковольтный кабель. Из-за этого движение троллейбусов приостановили на несколько часов. А в Ленинском районе легковушка сбила пешехода. Последствия аварии засняли очевидцы на камеру мобильного телефона. ДТП случилось утром. 50-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время по проезжей части двигалась Нива. Возможно, водитель автомобиля просто не заметил пешехода на дороге. А может, не успел остановиться и сбил женщину. С места аварии даму госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом правой голени.